На данный момент в Хартуме находится условно три группы наших граждан, всего 10 человек. Со всеми из них наше посольство в Египте находится на связи, оказывает консультационную помощь и иное содействие. Двоих удалось вывести на территорию посольства России, которое нам всячески помогает и все возможное содействие оказывает. Белорусский экипаж воздушного судна авиакомпании «Бельканта» из 7 человек в настоящий момент находится на относительном удалении от эпицентра боестолкновений. Однако покидать местонахождение в данный момент и перемещаться по территории Хартума в данный момент крайне опасно. Ситуация пока остается очень сложной. На данный момент, к сожалению, нет никаких гарантий безопасности эвакуационных рейсов, что не позволяет организовать вывоз любых иностранных граждан с территории Судана. Наше посольство, посольство Беларуси в Египте продолжит оказывать все возможное содействие нашим соотечественникам.